Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить шоколадно-тыквенный пряный бисквит для торта. Из него можно приготовить изумительный тортик, а также его можно просто подать к чаю, как самостоятельный десерт. А если его подать шариком ванильного мороженого, это будет вообще просто сказка. Для приготовления тыквенного шоколадного пряного бисквита нам потребуется 300 граммов пюре из тыквы. Рецепт приготовления тыквенного пюре есть у меня на канале, ссылку оставим в описании под видео. 260 граммов пшеничной муки, 190 граммов сахара, 40 граммов порошка какао, 50 грамм сметаны, жирность сметаны у меня 20%, 70 грамм растительного и 70 грамм сливочного масла, 3 яйца, а также чайная ложка разрыхлителя, пол чайной ложки соды и специи. У меня корица 1,5 чайной ложки и по щепотке имбиря и мускатного ореха. Соединяем муку, какао-порошок, специи, разрыхлитель и соду. И тщательно перемешаем с помощью венчика. Сливочное масло, растительное масло, сахар и щепотку соли. Взбиваем при помощи миксера на высокой скорости. Взбиваем до пышного светлого состояния около 8 минут. Затем, не прекращая взбивания, добавляем яйца по одному. Когда одно яйцо вмешается, только тогда добавляем следующее. Затем вливаем сметану и тыквенное пюре. Перемешиваем на низкой скорости до объединения. И затем всыпаем все сухие ингредиенты за один раз. И перемешиваем на средней скорости миксера. Тесто готово. Вот такое оно получается воздушное, кремовой консистенции. Выпекать коржи я буду в двух формах. Диаметр форм 21 сантиметр. Раскладываем тесто на две равные части. Разравниваем тесто в форме. Накрываем сверху фольгой, блестящей стороной внутрь. И отправляем в духовку, разогретую до 170-180 градусов. Выпекаем коржи до готовности. У меня на это потребовалось 40 минут. Снимаем фольгу и даем постоять в форме 5 минут. Затем извлекаем из формы и остужаем полностью на решетке. Ну и, конечно же, срезаю у готового коржа верхушку, чтобы показать его текстуру. Смотрите, какой красивый корж. На данный момент это мой самый любимый шоколадный корж.